военных лабораториях первого Рейхсмарта был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора барона фон Швайцкопфа 12-го, наводчика Ганса Шмульке, непростых солдат Транкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Раз-два. Стой! Кто такой? Шмульке, вы что, с ума сошли? Это же я, ваш любимый командир! Виноват, герр-майор, вы сегодня необычно выглядите. Я вас никогда не видел без орденов. Да-да, опять я забыл их снять с пижамы. Я пока пойду переоденусь, а вы опускайте перископ. Шмульке, смирно! Опускайте перископ, Шмульке. Так точно! Внимание! Шмулька, болван! Я говорю, там поднимите, а здесь опустите! Вам ясно, кретин? Ну, черт возьми! Так точно! Внимание! Шмулька, болван! Поднимите перископ! Так точно, херманер! Быстрее! Внимание! Болван! Майор. Итак, отбой. Всем спать. Поставить караульного? Не надо. Просто закройте люк на ключ. Да, и бросьте в зусулов гранату. Так, для профилактики. Ha ha ha!
Жмульке, что вы делаете? Пытаюсь бросить гранату. Болван! Это моя именная граната! Мне ее подарил сам хер-генерал! Отдайте ее сюда и не трогайте больше руками! Хер-майор, разрешите обратиться? В чем дело? Так что, я напрасно сорвал чеку? Шмулька! Одну минуту, хер-майор! О-о! Хер-майор.